Привет подписчикам, привет всем, кто попали на мой канал и смотрят мои ролики. Значит, произвожу очередные посылки, открываю и смотрю, что там. Значит, одну посылку уже открыл. В одной было вот такое зарядное устройство на два USB порта. Вот, фирма Griffin делает. У меня такое. Значит, видео снято. Кого интересует, заходите на ютубе, ищите Griffin про эту USB зарядку. И другая вот такая вот зарядка была получена тоже на два USB порта, зарядка с подсветкой. Ну а сейчас очередная посылка и посмотрим, что нам там китайцы опять прислали. Сразу скажу, значит, все товары, которые я распечатываю, внизу под видео есть ссылка. По ссылке можно перейти и купить точно такой же товар, как вы видите у меня. Какая-то такая сеточка, новая упаковка, я такой еще не видел. Значит, это шло ко мне 22 дня, эта посылка на Украину. Это шим-контроллер. Так, вот так вот он выглядит. Испытания будем проводить позже. И по испытаниям выложу я еще видео. Будет отдельно. А так пока вам покажу внешний вид. Кто хочет купить, опять же говорю, ссылка есть в описании. Переходите внизу под видео. Перейдете. Можете точно так же купить на этом сайте. Спасибо всем за просмотр. У кого есть какие-то комментарии по этому поводу, как всегда под видео внизу, можно написать комментарий. Будут какие-то сообщения, будем отвечать. Ну а сейчас спасибо всем за просмотр. И всем пока, до новых встреч.